Бэйн фэнтези адвенчи. Потусторонние фэнтези приключения. Мы, по сути, переходим к самим приключениям. В игре Штана Монстров, когда нет вот такого названия, можно наиболее близкое именование, это Ворог Данжен. Это не Бэйн Ворог Данжен или Потусторонние Драй. Мы же выиграем несколько названий. В некотором роде даже можно было сказать, что... Ну, там Ведьмак, например. Тоже. Ну, то есть есть персонаж, но персонаж отдельно, он только как... параллельный, потому как в основном играется расами. А расы стандартные, например, те же варлоки, визарды, как Белый Совет варлоков, ну и свои замки. Они могут на основании магии, например, архонтов развивать титанов и делать их золотой магией золотых титанов. А чтобы иметь... Ну это из гигантов, из колоссов, типа. С полугоем, а кто конкретно титан? Типа Великий Дух там, или кто им управляет. Или Дух Титана, кто-то призванный. Также можно призывать вот как там... демонов каких-то, но демоны, они находятся не в потусторонней Трей, а потусторонние. И там правит управитель игр. Ну, то есть, страна тоже там черные вампиры, серебряные личи и типа теневые големы. Ну, теневые големы, они как просто тени. Куда их там могут выпустить, типа в темную долину или в черную долину, зависит от развитости тени, будут ли они идти в тем, например. Ну так как распаун тени, эти тени могут распауниться. Ну они могут и в долине распауниться, но если там неопределенно или типа начало только развития самой тени. То есть неких персонажей. Там могут и НПС, и мобы. И персонажа возрождаться на распауне, то есть яма лорды, то есть лорды-демоны, которые с густком ямы, как шар, который невидимый в яме находится, они в нем что-то, ну, обитают и собирают теней туда. И там передают теням. И в этих как бы ямах у каждого демон-лорда свои правила. И они конкурируют с другими демон-лордами, которых много. Можно уйти от одного и попасть к другому. То есть земля там типа темная. Луны может вообще не быть. Ну, типа видно, но все мрак. Тень возрождается и плетется по теневому лабиринту. Ну там сложности какие-то есть. Может находить попутно там, например, серебро и втирать в себя, и если он доберется до плата личный, и там стоят дома личные, и можно стать одним из личных. Но потом, чтобы выйти, надо выйти только можно в подземелье черного лича. Оттуда как бы начинается приключение, не с этой луки. Демон-лорды могут теням что-то привить, какие-то умения колдовские. Потом только выпустить, когда они новые тени набрали, чтобы это может тенить 5, 7, 12, ну, никто не знает, это могущество. Знаете, у них своя игра. Управитель игр. Ну, где все могут встретиться, и личи, и вампиры. Ну, кто вампира попадает. Кто смог тень обойти за тень. Ямы лорду демона. Потому что яма лорда это вообще красный. Как яма. Как смотришь над ямой, как у Нефарана. Здесь черная, как бы. Демон лорда. Ну, в стелсе. Можно их ЗАГСами миновать. И кто обошел, например, тот либо в личи выпадает, но в личи выпадает, а кто смог достаточно
мистического серебра. Ну, в телеке, что если тень стала серебря, как у тебя клича, у которых посохи и корона там лича. В итоге, ну, там какое-то время провести, типа, как обычно, мастеров, и можно дальше его пускают. Но он еще не король, еще только лич, он становится сын. А королем, ну, корона у него есть. Но корона — это не корона, как бы, лича. Корона просто обозначает его лич. А чтобы коронным личом стать, ну, что-то... Ну... Чтобы стать коронным личом, ну, король личей. Ну, а чтобы черный лич, он как бог, только черный бог отдельно, а черный лич отдельно. Чтобы какие-то его квесты выполнить. Задания. Подземелья все. И вообще личи не через подземелья ходят, ну, как пеши. И, ну, например, посох, посохи магия огня. Ну, чтобы зарядить хорошо посох, надо добраться до источника огня, типа до магии. И куда-то выйти, там, в черную потом долину. А тень, которая обошла вот эти ямы, ну, в личи не попала, она может... Если мы... Черная кряжа поднимется, а там, ну вот, не вампиры могут пытаться сбросить или какие-то там, твари, головешки летающие, чаще. Ну, вампиры редко этим занимаются. То есть нету никакого, ну, как кармы. У каждого персонажа есть карма, которую он накопил. Или это просто, это да. Если он там плохо культирован, например, не сыпает черным, то его могут вампиры, если унюхают, скидывать тень, что это куда-то другое место. А другое место, кроме личей, это или демон-лордом. Или что загонят в какие-то черное болото, где эти... Ну, черным волем встанет, то тогда не сможет тень выбраться, ну, в реальный, типа, мир. Хотя бы в потусторонние ворота, там быть как человеком, ну, каким-то определенным, каким-то, как бы, Тарасом. А руководит этим, типа, красный дьявол. Ну, почти по могуществу, он там всем может раздать, как бы, как, ну, властелин Инферно. То есть, ну, фаербол или там, дождь огня, или вообще может Армагеддон там обладать. Ну, не сильно, но есть. Ну, разные виды магии огня, а там все в основном черное, только черные големы, тени. Ну, а вот темные и черные, как прокачки зависят. И черные вампиры. Ну, выпускает их. Ну, как это он, как одна из многих долин, из которых он выпускает своих, как бы, подопечных, которые, ну, будут, как он, как божество, которое благоволит им, тем, кто будет плачивать им что-то. Ну, вообще, ну, тем, как бы, независимо. То есть, если голем или черный вампир, то да, а если... Ну, то есть они будут отплачивать, типа, красным дьяволом, что-то. Но надо, чтобы стать, в общем, союзником. Ну, или контрсоюзником каким-то, в общем, подопечным властителя мира. Надо, чтобы вампир стал с красным отличным. Тогда какая-то выгода будет. А хули мы только в таком случае... Ну, тут появляется смысл, что черные големы черную ману приносят черным вампирам. Ну, в пользу властителей. Ну, может, всякие зелья выдавать там, или какие-то. Зелья тумана, которые можно глотнуть. А кто... А, и есть отдельная плата, на котором... Ну, вот они все собираются, могут туда прийти тогда. Ну, какие-то штуки выдают вам. А кто прошел, допустим, плата, не хочет нигде, ну, или места нет, или денег там, чтобы попасть в Гаргулова, ну, на ту сторону. Как будто ущелье и мост стоит. И тогда зайти, ну, чтобы совет Гаргулова, ну, принял тень.